Ребята, всем привет! Вы на канале Дакира. Сегодня я приехала в мини-зоопарк вместе с Марком и Кирой, который этот мини-зоопарк находится в Яремче. И сначала на глаза кидаются нам вот эти вот свиньи, или как бы сказать, кабаны. Мы сейчас находимся на вышке. Можно сверху посмотреть. А еще по дороге сюда можно купить корм, которым можно покормить свиней, а также тут есть олени, которых тоже можно покормить. Но начнем осмотр зоопарка.